Окей, всем привет, с вами Дар Риди. Всем привет, с вами Злой Коттен. Мы играем в игрушку Террария, и в этой серии мы все-таки решили добежать до моря и наловить себе рыбу. Хоть, по крайней мере, попробуем это сделать. Эй. Так, ну что, тогда я думаю, нам... У нас, блин, оружие что-нибудь есть такое? Слушай, тебе нужен сигнальный пистолет? Блин, ну я не знаю, если тебе не нужен... У него урон малюсенький вообще. А, ну тогда я думаю, ну поставь, я что, пригодится, можешь освещать путь. Блин, кстати, уже вечереет. Опять мы по ночи пойдем. Ну ладно, тогда пошли сейчас, чтобы вечером, ночи, вдруг, вообще не знаю куда. Так, окей, да, нам надо побыстрее только. Слушай, может тогда пойдем, не знаю, налево или направо? Слушай, может, блин, все-таки мне какое-нибудь оружие сделать сначала? У тебя есть предметы для того, чтобы оружие? Не знаю, может быть, не тебе отдать свои предметы, может, ты там что найдешь? Поставь сундук, я выложу свои предметы. А вот твой сундук вон там, слева наверху. Короче, я сейчас положу туда все нажитое. Блин, не могу запрыгнуть. Прицелься просто на самый верх и прыжок. Ты вроде прицеливаюсь. А, еще прыгнуть надо. Господи, зачем ты делаешь из руды блоки? Я фиг его знаю. Это ж такое тупое трата денег и ресурсов. Слушай, почему я не могу залезть, если это начинает раздражать? Не надо, не курдом, нет, что ты делаешь? А что, он уходит теперь, почему? Зачем ты это сделал? Ну он же не уйдет. Я могу его вообще нафиг закрыться, прикол. Все, теперь он никуда не денется. Да ничего, исправим. Это же лед, он растает и все. Не растает он. Здесь нету такого реализма. Такого масштаба. Так, ладно, давай я сложу сюда, складирую свой нажитый. Просто потому что тут какая-то сера у меня есть. Три звезды. Не, блоки я оставлю. Не, мне кажется, ты посмотришь и ничему не удивишься. Ни хрена полезного нет. Не, ну если хочешь, я могу твой инвентарь оценить. Так, не надо. Ну если там реально что-нибудь может быть есть. Так, ну, в общем, все. Слушай, смотри, прикол, ты говоришь, нету реализма. Я такую хрень сделал, и тут сосулька, короче, образовалась. 6. Просто анимация. Так, ну, в общем-то, у тебя есть ценного руда, еще руда и грибочки. Больше ни хрена. Вот эти вот грибочки, они офигенные. Я у тебя их, может, потом возьму для крафта. Хорошо, а, ну, оружие можно какое-нибудь сделать мне? А, подожди, сейчас я еще раз подойду. Как ты залазишь-то? Так, ну ты можешь... Нет, ты не можешь сделать. Ну, максимум там из дерева, не знаю. И то. А я не могу зайти в сундук. А, нет, зашел вот. Что я вышел из сундука. Хрен с ним, блин, что я не знаю, будем делать. Ждать утра или пойдем сейчас на рыбалку. И то у нас так не получится порыбачить. Куда? Лево, право, лево, право. Так где было легче нам? Пойдем тут. О, справа. Справа искажение. Так, ты хотя бы... А, у тебя пушка есть? А, я же могу... Теперь у меня классная штука есть. Щупальца. Тебе хотя бы не будешь умирать. Я не понял, ты цепляешься, допустим, а потом прыгаешь, да, уже? Да, пробил. Да
твою ж мать. Не получается у меня так, как ты прыгаешь. Сначала прыжок, потом цепиться, потом снова прыжок. А, цепиться, я одновременно, я то есть не отпускаю, я прыгаю. Слушай, я теперь не смогу падать, ну, не умру, если упаду. По идее, я могу вот так цепляться. Просто не успеешь, она долго потом стены скрутит. Не, ну если будет... То есть долгий спуск, я думаю, я не должен умереть. Так, ну и где ты? Я от глаз отстрелил. За мной тоже этот глаз бежит какой-то. Блин, далеко это море-то находится? На краю мира. Офигеть, это далеко? А, смотря какую-то карту поставить. Слушай, там какой-то червь, короче, ползает, меня бьет. Большой? Здоровый такой. Бей его. Или просто убегай. Твою же мать, этот глаз меня сейчас съест, нахрен. Все, меня червь убил. Раньше не было таких червей. Были они, они всегда были. Короче, босс, это почти как это червяк, только в 4 раза больше. Нихрена себе. Ну и может разделяться, если ты бьешь его, если ты ему какую-нибудь часть тела посередине сломаешь. Ну это жесть, надо, наверное, в 10-ром играть, да, чтобы победить? Не, я один его убил недавно. Да? Я просто одновременно играю и по мультиплееру, и в синглплеере. Просто... Ну ладно, короче, не иди, просто уйди назад, чтобы этот босс исчез и, короче, эти перереспаунились монстры. Посмотри, сколько у него, нихрена себе, сколько жизни, правда. Там очень много таких. Шкала здоровья у него, короче, очень много. Видимо, на каждое отделение там. Хвост там. Фуф, от хвоста до головы, короче, они такие, знаешь... Так, ты что, налево или направо? Пойдем налево. Извини, друг. Заходи. Прям перед носом. Заходи. Сейчас червяк придет наверх. Пошли. Че, он может дом сломать? Не, он тут не один. Босс не может ничего сломать твое. Хорошо. А в ранних версиях могли. Слушай, мне кажется, вообще зря мы идем ночью, потому что ночью, наверное, больше всяких. Конечно же, больше. Это смысл этим рыбачить? Слушай, а тут нельзя порыбачить? Не, самый хороший, топ лут. Самый топ лут это море. Слушай, ты не забывай, что нам еще нужно это ломать киркой. Траву? Угу. Ты будешь ходить, да, тут? Привет. Ладно, забей, давай под утро. Я тоже думал, как там... Кстати, я так быстрее перемещаться. О, слушай, даже знаю, как ловить можно. Паучков, червячков. Просто вот так траву ломать. Да твою ж мать, что ты зацепился? А, звезда. Так, лечимся, лечимся. Бегай, давай. Ой, блин. Как спрятаться? Нам. Зато я его тоже убил. Господи, как так? Что ж ты делаешь, а? Собрал его с собой. Ничего, сейчас утро будет. Чё ты сделал вообще? Как ты умер? Он просто был сильно рядом. Я не знал, что мне сделать. Я бы блок не успел бы закрыть ее. То, что мне попалось, мне попалась бомба. Господи, не трать бомбу, пожалуйста. Мы так даже сердца не сможем открыть. У нас сейчас... Кирок нету. Ай, ладно. В принципе, сейчас уже раннее утро.
Так, ладно, беги до меня вообще. Просто на полной скорости. Попробую. Это под вас стреливаю и сяду. Блин, они помогут, отнимают тут заразы. Так, ну я вроде тебя догоняю, не знаю. О, опять убить сейчас. Кстати, во время того, пока ты на этом. А? Пока ты на хуке держишься, вот эта вот фигня, которая на кнопке Е, это хук называется. Ага. Пока ты на хуке, ты можешь стрелять, отбиваться от врагов. А, да? Да. Есть не только такие хуки, есть намного круче, там, не знаю, например, с четырьмя концами, с тремя. Самый офигенный хук это с восьми, но его хрен выпьешь. И зачем так много концов? А? И зачем так много концов? Например, если падаешь с этой, с огромной высоты, чтоб точно знать, что если ты сейчас, короче, будешь на все стены нажимать на Е, ты 100% выживешь. Угу. Так, попытайся просто бежать и не умирать. Да я вроде всегда стараюсь. Это сейчас очень важно. Ты уже прям на море, да? Нет, какое я на море? Я тебя стою, жду, где-то там, где ты умер. Угу. Так, ну я 300 метров вот остался, или футов. 200. Тут, короче, растение было, ты ее убил, да, видимо? Ты сейчас сам умрешь. Подлечись, наверное. У тебя 120 здоровья, у меня 100. Ты здесь, да? Алло. Так, замечательно. Что-то связь пропала, что ли? Так, мне надо сначала закрыться. Так, нажмем паузу. Ну я вот понял, потому что я тебе говорю, ты не отвечаешь. Так, блин, а чё так далеко-то? Я умер. Ты в другую сторону пошел? Я просто умер. А, ничего себе, 1600 футов. Так, ну чё, мне дальше идти или тебя подождать? Тут просто такие птички летают, или летучие мыши. Какого хрена они днем летают? Они улетят, да, сейчас? Алло? Ты здесь? Раз-два, раз-два. Да, блин, опять я соединился, сейчас. Слушай, если ты поспеши, что ты сможешь еще купить. А что, он уйдет скоро? Ну, он вечером уходит. Ага. Он там уйдет и придет через 1-4 дня. А мне не на чего купить, у меня денег-то нет. Вообще нету. Ага. Я ж тебе 3 голды сбросил. Они в сундуке, слушай, а ты можешь их взять? Ты уже вышел? Не, я сейчас недалеко от дома только. Там 3 голды. Короче, если хочешь, я тебе могу купить катану. Ну давай, купи что-нибудь интересное. Катану. Она мощная? 16 урона. Нормально вообще, давай. Слизня с двух ударов мощная. Классно.
Я думаю, тебе она пригодится. Я думаю тоже. Спасибо. Я, короче, тут такой себе купол сделал из льдин. Ну, у меня льдины закончились. Так, ладно, я это доберу, тебе деньги, сдачу верну. Ай, блин, я себе... Хорошо, у меня теперь еще и другие есть. Сдачу, да, спасибо, собери. Так, блин, я не знаю, даже доберемся мы не доберемся до этого моря. Кстати, короче, 50 серебряных монет. Что-то я просто так сел, думаю, я пока, не знаю, пособираю. Чё, пособираю? Блин, руду. Попробую поискать. Пригодится все. В хозяйстве все пригодится. Кирку бы еще классно такое сделать потом. Кирку бы тоже классно сделать, что ли. Легко было. Кстати, около меня осторожнее, у меня будет много-много бабочек летать. Или летучих мышей, я не знаю, кто это. Летучие мыши. Потому что день они не улетают. Их 6 штук, короче, я насчитал, может больше. Короче, все, я тебе купил катану. Угу, спасибо. Ну, все будет попроще как-то. Короче, она, во-первых, она очень быстрая. Вот. Во-вторых, она урон такой фиговый. Я думаю, сейчас мы точно должны добежать до моря, то мне реально нечем было даже отбиваться. Пиранью за 2 удара убивает. Хорошо, ты у меня по 2% отнимал, у меня самое сильное оружие это была кирка. Хотя, не знаю, можно ли это оружием назвать. В принципе, можно. Вот я добавлюсь. Да, даже до 20 урон доходит, слышишь? 20 урона? Круто. Я тут все обходные окольные пути копаю. Да и лезь обратно наверх. Это сейчас у меня есть штука специальная. Ни хрена себе, у тебя этот самурайский меч. Это катана. А, вот она катана, да. Снимайся. Крутая штука. На. Окей, спасибо за это, прям отдельная благодарность. Серный меч нафиг не нужен. Да выкинь его вообще. Не, подожди, не выкидывай, не выкидывай. Не, я не выкидываю. Продай его торговцу, хоть ты что-то вынесешь. Ну да. А, у тебя тоже, да, у нас... Так, знак, короче, да? Короче, киркой ломай все впереди, чтобы я... Киркой? Да. Вот, блин, чтобы червячки там всякие были. Где моя кирка? А? Сейчас кирку достану. Поставь ее в быстрый слот, пожалуйста. Там все поставил. Опа, она здесь тоже. Ух ты, нифига, с 2 ударов, смотри-ка. Круто. Ты видел, сколько там пираний внизу? У нас есть кирка, нам теперь вообще ничего... Ой, это будет катана. Почти ничего нам не страшно. Здесь сколько много. В принципе, если мы вдвоем так будем ее использовать, это она... На скрин ты убьет. Слушай, а вот эти маленькие, смотрите, живучие. За 3 раза так убивали. Мне кажется, зря ты прыгаешь. Так, короче, ты лутай сундук, я тебе отдаю. Потому что ты наверное, думаешь, что я там задолбал тебя уже сундуки лутать первым. А, да, круто, круто. Там всякая фигня. Зеленый какой-то отвар. Бери все, нажми лутол. У тебя все в инвентаре скинется. Так, ну круто, да, вот мне так больше нравится, когда уже что-то
как бы дельно есть при себе. Уже как-то стремишься это сохранить. Пошли, там ничего ведь больше нет. Блин, дебилый план. Ну, пойдем уже до моря, нам надо добраться. Уже 20 минут мы играем. А? До моря добраться надо. Ты тут? Ага. Я просто залез. Я просто боюсь, что у тебя опять микрофон включится. Ты так не боишься. Ух ты, тут надо явно мостик делать. Короче, я буду мостик. Ай, ты как так? Быстрый. Твою ж маму. Чуть не упал. Вовремя сунул, что есть штука на кнопку Е. Блин, что-то далеко это море находится. Такой слизни с одного удара. Хоть день начался. Нет, это вечер. Вечер? Ну ладно. Ай, нет, дебил! Че, ты упал? Я за кузнечиком гонялся, он в яму прыгнул. Да, вечер. Ёлыш, блин. Опять сейчас меня убьют. Нет, не надо, нет. Да нет, вроде нормально, сейчас их двое осталось всего лишь. Сюда. Если бы не было катаны, я бы точно умер. Потому что нихрена они на меня напали. Так, так надо подлататься. Зелье. А зелье потом постепенно... А, или... Следующее зелье я могу только использовать через 50 секунд, да? Да. А, вон что. О, море, да? Нет. Какое море? Когда будет море, казалось, на заднем фоне появится, короче, целая куча пальм. Там. Ух ты! Ты видел так когда? Глупый вопрос, конечно. А? Видел ли ты когда-нибудь такое всем дерево? Море, слышь, мы около моря. Давайте срубим этого дерева. Это разведчик, слышь? Разведчик гоблин. Если мы его, короче, сейчас не убьем, он сейчас к нам придет эта целая куча гоблинов. Ех, убивать его. Быстро мы расправились. Слушай, а это дерево не падает? Не, оно не падает. Все, мы в море, слышишь? Так, подожди секунду сейчас. Сейчас я спрячусь. От кого? Так, вот сейчас приду паузу нажму. Так, какой, в принципе, недалеко, 277. Фу-фу. Блин, правда темно, ни хрена не видно. Это фонарик. Да мне даже обороняться от них. А подсолнухи что они дают? Ничего? Подсолнухи они защищают от этого биома, который синий. Помнишь, там где-то креветки летающие? Нехорошо, тогда соберу их. Так, 100 футов. Вот мы, оказывается, рядом были. Иди. Вот это, да, море? А, вон как ты делаешь. Так надо было, наверное, нам мостик какой-нибудь сделать. И вот так ловить будем. Так, держи. Где? Червяков? Угу. Так, окей, сколько? Ах ты ж. Короче, когда поплавок будет дрыгаться, вот так вот, тык-тык-тык. Угу. Нажимай левую кнопку мыши. Хорошо. Так, ну, наконец-то мы свою задачу выполнили, хотя бы добрались до этого места и пытаемся поймать. У меня уже рыба. Чё ты шустрый ты. О! Хорошо. Пониже спущусь. О, классно.
А, сейчас нам никто не страшен, но вот глаз такой единственный. Блин. Да сразу же, когда начинает прыгать. Сорвалась, ну. Окей, сейчас наловим. Ай. Не, мне кажется, это не зависит. То есть сразу, не сразу, но... Как повезет. И со временем удочка ломается, да? М? Со временем удочка ломается. Нет. Со временем эта приманка исчезает. Ага. Ну вот у меня написано 10, у меня как 10 написано, так оно и есть. Бегай. Скоро уже утро. Слушай, я придумал, может, это, конечно, глупо затеять, ты не одобришь. Форжечку сделать и туда бомбу кинуть. Нет. Ну ладно. Не надо. Так ты короче, сразу же вот начинает тык-тык, ты быстренько дергай, потому что ты так просираешься. И приманки, и... То, что тебе может выпасть. Так, ну хорошо, сейчас. Надо вовремя. Окей, поймал. Блин, дотеры идут. Еще одну поймал. Пошли вон отсюда. Надо посмотреть, что мы там наловили уже. Тебя чаще клюет. Не зря я так далеко закидываю. Поближе. Так, что у нее взрывы есть? Одна, короче, красный шейпер и троу. Так, слушай, короче, три вида, по-моему, я поймал. Ух ты, ничего себе, какое-то здоровое было. Что? А, ты, походу, кирку выбил, самую крутую. Которую в море можно выбить. Ну да, короче, это как на акулу похоже, так. Ривер Шер. И что он дает? Слушай, блин! Вообще. Повезло, да? Ты только что выбил эту кирку. Ты, короче, попробуй ей просто песок посносить под собой. Внизу вот здесь. Так, ну давай хорошо попробуем, заинтриговал. Вдруг у нее огромный урон. Во-вторых, 100% это мощность кирки. Ни хрена себе. Боже, блин. Крутая штука. Ян, не ломай, не ломай, все, сейчас. Она ломается? Нет. А, нет, ты про песок? Ломай. Слушай, ну круто, повезло мне. И, кстати, этой киркой можно ломать метеорит, можно ломать демоническую руду и эбонит. Так, ну, она часто выпадает вообще, или мне подфартило-то? Тебе подфартило очень сильно. Ну, хорошо, хоть в чем-то не подфартило. Особенно с говнястой удочкой, это вообще просто... То есть ее надо ловить на хорошую удочку, я так понимаю. А знаешь, как глубоко в море? Не иди, не иди, не иди, у тебя воздух. Подожди, нет, это твой вид. Я думал, что там светится, хотел спросить. В принципе, уже утро. Ух ты, какой-то этот сундук поймал. Ящик. И что он дает? Открой его. Какие-то камни, блин, там лежали. Может, что, да? Сильвер ор. Серебряная руда. О, нах.
Это хорошая дорога. Ну, у меня из нее сделана эта кирка. О, солнышко вон уже встает. Так, я пока тут сейчас спрячусь надолго. Сейчас отойду. Чтобы ничего не случилось, как-то так безопаснее. Ты пока лавируй был. Так, окей. Чё, думаю, немного еще половим. Да и можно уже закончить эту серию. Так, где же моя суперкирка? Ну-ка, я пойду выйду. Хочу пробовать всяких чудиков повалить. Ну да, в принципе, хорошие. Где там сильные? Нифига себе, я не думал, что рыбы так можно. Я же тебе говорю, что эту кирку можно выбить. Кайфово. Так, ну сейчас нам вообще ничего не страшно. Мы сейчас можем надобывать себе кучу-кучу всего полезного. Все равно это же идет общий вклад. Кстати, он почему-то дерево, этот рубит. Ну, здоровый. А маленький не рубит. Потому что это не мол, не топор. Ну понятно, большой это он рубит почему-то. Потому что большой сделано из деревянных блоков. Угу. А, вон что. Что-то я как кирку достал все это. Сбежали. Давай, давай рыбу лови. Я сейчас, я хочу пойти к врагу посмотреть, как он их бьет. Не, ну вообще. Еще может выпустить это рыба бензопила. Это еще круче, да? Не, это просто чтобы деревья пилить. И рыба меч. А меч это просто для обороны, да? Да. О, кстати, днем оно по чаще ловится. Может их надо ловить в определенное время, то есть я вот вечером поймал вот это. Не вообще рандомно. Ну сейчас почему-то вот сейчас чаще клюет, чем вечером. Блин. А, ну хоть проверил свою кирку. Знаешь, что надо сделать? Там где мы блоки. Чтобы эти крабы не могли нам мешать. Так блин, что делать-то? Ты мне свой кирк, ты мне свою. Я опять этот эскейп не нажал. Держи. Окей, ловлю. В принципе, много уже наловили. Потом это можно либо пожарить, либо продать торговцам. Много за них денег дадут? Довольно-таки. Может, голды две.
А ну голды 2 это уже много, да? Ну, сначала много, потом мало, потом очень много. Вот сначала 10 бронз, нормально. Слушай, потом можно же это кого-нибудь еще привлечь, ну, чтобы с нами играл, да? Можно. Ну и как определить? А? Ну и как определить? Че определить? На поплавки посмотри. Ага, точно. Я вот, ну, надо как-то это, мне, значит, дальше кидать. Ну вот, мы подальше. Все, мне кажется, мы вдвоем потянем. Плохие реакции. Так. Все, у меня закончились приманки. Мне еще 6 есть. Ого. Мажор. Ты утопленник. А, ну, в принципе, ты выбрался. Так, знаешь, что хочу попробовать? Вот эти медузки половить. Что ты делаешь? Убегай давай наверх. А, воздуха мало. Блин. Я ж плохо выбираюсь. У меня всегда нафиг плохо получается выбираться. Фу, блин. Ты куда вниз-то пошел? Лутать. Что, может, под водой дышать? Все, тебе хана. Нахрена. Я хотел залутаться. Так, ты надо было куда-то что-то взять, зелье или что-нибудь. Так, ну что, в принципе, можно на этом серию закончить? Можно. Окей, вот такая вот серия была, в принципе, насыщенная. С вами был Дарриди. С вами был ЗлыКТ. Всем удачи, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока-пока.